Традиции являются неотъемлемой частью праздника Пасхи. Многие невоцерковленные люди моют полы в чистый четверг, приносят в храм для освящения куличи и крашеные яйца в субботу накануне Пасхи. Однако за фасадом этих действий скрыт истинный смысл самого важного для каждого христианина события. Чтобы научиться достоверно и с правильной подачей рассказывать ближнему о сути воскресения Христова, на пасхальной акции епархиальный миссионерский отдел Санкт-Петербурга организует 28 апреля в 14:15 образовательный тренинг. Цель будущей акции – привлечение людей к прохождению катехизации, побуждение узнать больше о православии. Поэтому предшествующий акции тренинг крайне важен по своему содержанию. Он начнется с молебна в 14:15. Затем участников ждут теоретическая и практическая части. В практической части тренер создаст малые группы и задачи, которые необходимо будет решить с помощью полученных теоретических знаний. Вход на тренинг свободный.